Привет всем, дорогие друзья, с вами Дарт. Это еще один мод к игре Jurassic Park Operation Genesis под названием Resistance of DNK, если я не перепутал. Если что, поправите меня в комментариях. Так, ну вот так вот у нас выглядит место раскопок. Я не знаю, что это за материк такой. Вообще не представляю. Джипок Айленд написано. Типа сам остров, что ли, это происходит. И типа... Тут же места раскопок. Их тут 12, открыть я могу только 10. Как бы я ни пробовал там что исправлять. Ну, в файлах. Так что придется, пожалуй, вот так делать, да. То есть показать одни, потом другие. Ну вот все, 10. Давайте расставлять инкубаторы. Шесть, я думаю, хватит. Привет. Так, ну вот орнитомимус. Конечно. И Диди Кури у нас тут. Стегоцерас у нас тут. Галимимус. Рада тебя видеть. Компотозавр. Дамы и господа, приглашаем вас посетить наше новое дополнение к парку. Очень редкий вид динозавр Гельмонос. Гельмонос. Так, ну вот орнитомимус, по сути, обычная модель Галимимус, только перекрашенная. И перекрашенная так себе. То есть, как видите, тупо полосы, тупо цвет изменили вообще. Как по мне, так моделька не очень получилась. Дамы и господа, хотим обратить ваше внимание. Так, Диди Кури, это типа Диди Кури, типа пародия на четвертичного, ну как бы типа не на четвертичного, а типа на кайнозойского гигантского броненосца вымершего, который там, ну его, наверное, многие знают. Но здесь он больше похож на дозавра какого-то, совсем не похож на то, что они хотели показать тут. Рада тебя видеть. Да твою маму. Так, стегоцерас это обычный, получается, гомолоцефал, только перекрашенный. В принципе, цвет нормальный, но меня не устраивают глаза. Они какие-то слишком огромные, как по мне, и получается некрасиво немного. Некрасиво, да. Так, смотрим на галимимусов. Вот галимимус, кстати, лучше орнитомима получился. То есть видно глаза и окрас такой, ну, более-менее пойдет. Не то, что там какие-то левые полосы. Здесь более-менее хороший окрас. Так, компотозавр, это, по сути, модель уранозавра, только им гребень отрезали, ну и перекрасили. В принципе, перекрасили добротно, и как дополнительное животное в парке пойдет. Ну, я считаю, вам решать как бы самим. Так, ну, кентрозавр, в принципе, окрас очень хороший, я считаю. Ну, лучше оригинала, это 100%. Пластины ему так клево так разукрасили. Прикольно. Так, ну что ж, едем дальше. Пахицефалозавр. Окей. Стерокозавр. Рада тебя видеть. Ага. Так, дальше пойдет каритозавр у нас. Ауронозавр. Дамы и господа, мы рады сообщить вам о нашем новом первоядном динозавре юрского периода, пахицефалозавр. Шунтункозавр. Так, ну пахицефалозавр, в принципе, хороший окрас. По-моему, лучше оригинала, ну, он выглядит, по крайней мере, в игре лучше оригинала, то есть как-то более... Сейчас показывается первоядный динозавр юрского периода, такой добрый окрас у него, ну, по сравнению с обычным, конечно, так вот, стерокозавр. Так, ну, стерокозавр что тут? В принципе, единственное, что мне не нравится, то, что глаза, да, но если не бросается, их вообще не видно, какое-то зеленое пятно. В принципе, рога, вот это тело у него как-то, ну, все хорошо раскрасили, но цвет он какой-то вообще прям бледный-бледный. Какой-то, ну, нечеткий, я бы даже сказал. Вот у каритозавра другое дело. Цвет как-то больше четкости в нем какой-то.
Видимо, над какими-то скинами работает нормально, над какими-то не очень. Гребень тут мы выделили, все, я считаю, тоже лучший оригинал получился. Так, ну а уранозавр вообще очень красивые. То есть глаза, все, самокрас, чешуйки, тут все вот это. Самокрас такой тоже, знаете, и... Такой-то же не слишком светлый, да, не броский такой, как у попугая, да, ну и не тусклый какой-нибудь там, тупо черно-белый. Ну, допустим, тот же серый игуанодон, да, вот у него, ну, по сути, это модель эдмонтозавра просто переделанная. То есть он, по сути, просто серый с черными и белыми пятнами, да, но все это выглядит. И так-то прикольно, еще глаза такие зеленые тут бросаются. Так, еще одна непеределанная модель эдмонтозавра, это же типа шантунгозавр здесь. Здесь он нравится мне меньше, чем игуанодон. По сути, окрас тела красивый, даже лучше, чем у игуанодона, да. Но глаза выделены не четко, из-за этого портится внешний вид, как я считаю. Рада тебя видеть. Окей. Хорошо. Ой, не туда. Здорово. Нет проблем. Дамы и господа, мы рады сообщить вам о нашем новом травоядном динозавре юрского периода Пайлозавр. Экс-анкилозавр. Что это такое? Что это? Что ты такое? Пардон. Так, вот такой паразаурологов у нас. Ну, опять же, как стерокозавр, какие-то бледные тона прям. Ну, в принципе, не знаю, может, лучше оригинал, но какой-то прям бледный. Ну, нечеткий такой. Вот тут, посмотрите, вот тарозавр, допустим, да, вот у него как раз вообще хороший. В принципе, из темных цветов состоит, но в целом вообще сразу видно, что тут... Немножко над цветом поработали. Так, брахиозавр вообще красавец. Вообще красавец. Посмотрите просто. Клево. От красоты брахиозавра даже трицератопс обделался там. Классно, прикольно. Так, трицератопс, ой, это нечто. Просто посмотрите. Это просто нечто. Кто делал вот эту модель, да, вот этот окрас, точнее, это вообще он красавчик просто. Так, вот экс-анкилозавр, он по сути лучше оригинала, но, опять же, глаза не выделены, из-за этого внешний вид как-то, ну, сразу страдает, я считаю. Рада тебя видеть. Конечно. Окей. Рада тебя видеть. Нет проблем. Что тут еще делается? Мы рады сообщить вам о нашем новом динозавре юрского периода велосерапоне. И пусть их размер не введет вас в заблуждение. Это один из наших самых забавных экземпляров. Пожалуйста, осматривайтесь и ни о чем не беспокойтесь, поскольку наш приоритет – безопасность наших посетителей. Дилофозавр тоже красавец. Гораздо лучше оригинала, я считаю. То есть зубы там все у него прорисованы, и само тело тоже такого цвета, типа он маскируется там в траве, это прикольно. Так, тут еще есть кориалофозавр, по сути он должен быть больше, ну и сам диалофозавр должен быть больше, но тут его под стилизацию диалофозавра сделали. В принципе, неплохо, тоже как раз добротный, вроде как в Primal Carnage такой же. Так, вот у нас юторептор бешеный тут. В принципе, тоже красавец. Интересно, какой это велоцираптор, но юторептор пока не красивый. Так, они боятся трицератопса, это славно. Рада тебя видеть. Просторность какой-то. О, кто там? Анкилозавр защищается. Так, динониха мне не нравится. Ну, посмотрите, ну что это, петух какой-то, серьезно. Стиль какой-то птицы его окрасили, на сокол какой-нибудь, еще что-то, но не идет. Вот и трактор получился красивым. Это чушь какая-то. Так, все, трактор последний был, да? Значит, пойду сейчас крупные хищники. Так, посмотрим на велоцираптора.
принципе, добротно, знаете, сделано, как раз более-менее пойдет, да, но все равно не очень. Так вот, Касторнис тут еще бегает. Ну, тут типа модель Дилофозавра под стиль птички сделали, в целом оперение выглядит прикольно. А сама задумка, я считаю, не очень. Нет проблем. Кархардентозавр. Чем могу помочь? Так, тут делается еще. О, убили! Анкилозавр там беснуется. Так, Карнотавр, по сути, обычная модель Аллозавра, только перекрашенная. Ну, не знаю, решать вам, конечно. Ну, точнее, ваше мнение, возможно, не будет совпадать с моим, но как дополнительные животные в игре он пойдет. Пускай выглядит точно так же, да, он просто перекрашен, но пойдет более-менее, я Аллозавр вообще красавец, вы просто посмотрите эти глаза, вообще супер, сам окрас, посмотрите, как четко его сделали, вообще, украшение будет вашего парка, да. Если вы, конечно, надумаете скачать этот мод, кстати, ссылка будет в описании. Так, вот как Кархардентозавр тут уже нападает на анкилозавров. В принципе, он пускай светло тут окрашен, да, но... Все равно ему как-то, пускай это перышки типа такие, да, все равно пойдет. Не знаю, может оригинальный, если бы он был более четкий, он бы выглядел лучше, но это тоже плохо. Так, Гаргозавр хуже оригинала, глаза ему выделили, конечно, нормально, да, но сам окрас тела вообще не очень. О, на него Кархардентозавр напал. Еще один удар, он тут. Спинозавр, в принципе, тут обрезан, конечно, но как раз тоже красивый, я считаю. Тут его стилизовали именно потом, как выглядит в природе, да, а не как в фильме. И получилось, как по мне, прикольно. Такие гиганты тут ходят. Так, вот еще гигантозавр тоже выпадает тут на анкилозавров. Выглядит классно. Я так понимаю, как раз чем-то напоминает с прогулок с динозаврами, да? Точнее, там в стране гигантов называлось. Но тут есть нечто свое, и это шарма тоже добавляет, и он по-другому немного даже лучше, я считаю. Так, да, Тирекс еще тут. Тирекс мне нравится именно, что с глазами ему это сделали. То есть они не было... Раньше было прям заметно, да, а здесь они как-то спрятаны, и это портит внешний вид. В принципе, как раз такой простой. Ну и Терекс, он и не нужен, какой-то замысловатый, да, ему и такой идет вообще отлично. Ой, что это такое? Прицепился кентрозавр на голову, какой-то баг. Кстати, видимо, он не уберется, ему будет так все вот это, все мое видео стоять. Рада тебя видеть. Да, кучу тут поубивали уже, конечно. Экс-вулкана Рекс какой-то у нас, типа дополнительный скин к тираннозавру. Экс-мегалозавр — это дополнительное животное. Экс-индоминус даже есть у нас. Ничего себе. И давай-давай, кто ж там? Экс-мапузавр. Все. Ну, плюс еще те зоны, которые я не открыл. Их позже посмотрим. Сейчас нужно вот этих хищников добить. Посмотри, что да как. О, красавец вообще. Посмотрите на него. Вообще красавец. Вот тут вот с глазами более-менее нормально. Вообще хорошо. Офигеть его, анкилозавр долбанул. Видели, да, аж кровь пошла. Класс. Не, ну этот Тирекс вообще шикардос, как по мне. Блин, игра старая, да, но до сих пор удивляет и цепляет, и до сих пор моды выходит. Прям не отпускает. Скоро, конечно, выйдет Jurassic World Evolution, да, Jurassic World Evolution. World, а почему у меня сбор? И там, наверное, про эту игру мы более-менее забуду, прям она будет как классика такая, не стареющая. Все же классика. Так, мы глаза.
Тиранозавр мне, в принципе, как дополнительный животный вообще без проблем, я бы его добавил, да, то есть с радостью вывел бы, но череп, то есть вот форма головы какая-то там, окрас какой-то не тот, но Тирекс дополнительный тоже красавец, я даже думаю, что вместо обычного Тирекса его можно создавать. Так, Мапузавр тоже неплох, то есть обычный акроконозавр, да, немножко изменил, только... как дополнительное животное, я считаю, неплохо. То есть эта игра все-таки дарит дополнительные какие-то возможности. То есть не просто окрас меняет, а уже имеющихся животных. Так, вот еще Индоминус. В принципе, окрас пускай и не такой, как в фильме, да, но он все равно хороший, то есть четкий. То есть не то, что как там у Паразуров или Стерокозавра, четкий окрас такой. Потом можно респектировать. Сейчас начинается кровавая баня, а мы между тем перейдем, пожалуй, на следующий остров. Да, не Resistance, а Renaissance of DNK, DNA. Да, перепутал название. Бывает. Так, я вроде не открывал вот эту зону. И вот эту. Ну, пожалуйста. Ну, не зависай. Нет. Пожалуйста, нет. Отлично. Все, хватит. Посмотрим, кто тут у нас есть. Гипсилофодон. Интересно. Экс-додо. Так, тут тот же анкозавр, прикольно. Стегозавр. Ну, кстати, если вы заметили, тут трава немного другая, деревья некоторые новые. Сейчас показывается травоядный динозавр юрского периода, бриозавр. Дополнительное новшество в игре. Так, ну тут, по сути, обычный дриозавр, да, только окрашенный по-другому. Из-за того, что опять глаз не видно, внешне вид, я считаю, портится. А так, в целом, неплохой окрас. Почему бы и нет? Так, дода. Ну, выглядит вообще глупо. Ну серьезно, вот тот Гасторниса я бы еще принял, да, но вот это, я считаю, недоработано прям в корне. Так, тот же ангозавр, это по сути обычная модель стегозавра, такой очень классно раскрашенная, да, именно вот скин такой, да, четкий прям такой. Конечно, над пластинками надо было поработать именно в плане окраса. То есть они у него такими треугольными как бы и были, да, но окрас какой-то, ну не знаю, картон нарезанный просто. А окрас тела вообще прикольный. Так, ну вот стегозавр какой-то, ну опять же, как стеркозавр и прозорол, получился тускловатый такой, знаете. В принципе, если его сделать более четким, я считаю, ну, неплохой будет окрас, но его не сделать таким. Давай, делайся у нас тут. Так, здесь окей. Только цератозавр. Так, а из больших хищников кто? XN40, это хорошо. Какой-то, видимо, опять скин Тирекса дополнительный. И чё у них все время открыты двери, типа? Рада тебя видеть. А, видимо, когда создается. А, ну вот, видите, закрылось. Дамы и господа, прикольно. Мы рады сообщить вам, что сейчас показывается плотоядный зератозавр юрского периода Дриозавр. Вообще суперский. Прикольно вышел вообще. Вот сейчас вот если мне цератозавр в оригинальной игре не нравился, то с этим окрасом он прям безумно красивый такой. Красавчик вообще. Ого! Выскочил сразу драться. Нифига ты дерзкий какой парень. Так, ну тут смотрите, какой-то Тирекс прям побывавший на войне. Просто боевой-то вообще убийца, наверное, просто. Раз он после такого количества травм еще жив. Смотрите. Видите, у меня на морде завязано. Типа веревка. Это типа его, короче, там это побили сюда. Ну, типа поймали, грубо говоря. Видите, типа веревки какие-то тут. Ну, я так понял, видите, веревки. Не знаю, для чего это сделано, но выглядит прикольно. Что ж, на этом все динозавры и животные, которых я мог вам показать, но которые как бы есть в игре.
Не знаю, можете сами оценить мод, ссылка будет в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, пишите, какой скин вам больше всего понравился. С вами был Дарт Сидиус, и всем пока!